Москве появился новый вид наркотика – музыка на основе бинауральных волн. По мнению экспертов, он не менее опасен для человека, чем героин или кокаин. Зависимая молодежь появилась уже и в России. Сейчас интернет пестрит сайтами, которые предлагают так называемый «безопасный кайф». Аудионаркотики вызывают те же ощущения, как от приема кокаина, марихуаны, экстази. В Институте экспериментальной медицины исследовали, насколько наркотики в наушниках безопаснее таблеток. Результаты шокировали даже ученых. Энцефалограмма нашего добровольца словно сошла с ума. Выглядит как артефакт, но вообще из последних исследований мы такое наблюдали, именно можно рассматривать это как пароксизмы, то есть как нарушение работы мозга. Это может быть опасно? Да, это очень опасно. Кто начал распространение аудионаркотиков в нашей стране, проследить уже невозможно. Но писали их определенные люди, исследовавшие влияние бинауральных волн в иностранных, возможно, даже военных лабораториях. Уже сейчас можно говорить о нейрозвуковом оружии, которое без стрельбы уничтожает целое поколение. Во время Первой мировой войны во многих разведках мира появилась секретная информация. Германия ведет разработки принципиально нового оружия, которое способно звуком убивать людей, сбивать аэропланы и даже разрушать укрепления противника. Правда, тогда ни одна разведка так и не смогла достать ни опытных образцов, ни чертежей засекреченных немецких разработок. Только к концу 30-х годов разведчикам удалось доказать, что опыты немцев по созданию звукового оружия идут полным ходом. Ученые нацистской Германии уже сотни раз испытывали его на заключенных и выяснили, что определенные звуковые частоты вызывают в людях чувство страха и панику. А некоторые вообще могут остановить сердце или разорвать все внутренние органы. Март 1940 года. С конвейера одного из крупнейших немецких заводов сходит партия грампластинок с записями популярных английских исполнителей. На каждой, кроме песни, записан неслышимый для человеческого уха инфразвук. Все грампластинки предназначены для продажи в Англии и должны вызвать у слушателей чувство безотчетного ужаса, головокружения, психические расстройства и даже смерть. В течение месяца вся огромная партия музыкальных убийц успешно расходится по Туманному Альбиону. Но ожидаемого эффекта нет. Ни одного случая внезапной смерти или буйного помешательства при прослушивании. Как выяснится позже, нацистские ученые просто не рассчитали, что проигрыватели не смогут воспроизвести звук. В апреле 45-го в немецком городе Хиллерслебене американские военные специалисты обнаружили огромное сооружение странной формы. Комиссия, специально созданная для его изучения, пришла к выводу, что это устройство и есть то самое секретное оружие Третьего Рейха, работающее на основе звуковых волн. И уже американские специалисты начали опыты. Первые же эксперименты принесли ошеломляющие результаты. Акустическая установка, если ее направляли на предметы, разрывала их в клочья. Но самое потрясающее, в определенном режиме она выдавала звуковые частоты, которые сбивали дыхание, нарушали работу сердца, вызывали непереносимую головную боль и галлюцинации.